Вы смешали, да? Расскажите, пожалуйста, как зовут это животное и его привычки, что называется? Это животное называется орангутан. Его зовут Магда. Это наша прелесть. Она очень игривая. Она очень любит мандаринчики, бананчики и очень любит целоваться. Но, увы, она сейчас очень засмущалась. Расскажите, пожалуйста, какие правила? Вот я знаю, что вам нельзя духами пользоваться, нельзя краситься, да? Конечно, нельзя краситься, нельзя пользоваться духами. Нужно очень следить за тем, чтобы не было лишних запахов, которые могут напугать животные. Нужно следить за волосами и вещами в карманах, потому что они могут это все подергать. Насколько изменчиво настроение? Проявляет ли она уже свой характер? Ну, она у нас очень веселая. Очень любит улыбаться и играться. Пока мы очень добрые. Засмущалась? Орангутанги, они одиночки или они более компанийские? Они более компанийские. Они очень любят компанию. Вот Магда очень любит, чтобы с ней игрались. И находились рядышком. Какой у нее режим дня? Что она, ну, сколько она спит, сколько она резвится? Она спит, в принципе, ночью, прям она больше играется. Она очень любит, когда к ней приходят, проводит с ней время, она любит, чтобы ее чухали. Лакомство какие-нибудь? Самое любимое, это у нее мандаринки сладенькие. А понимает, когда вы с ней улыбаете, допустим, когда общаетесь с ней, когда улыбаетесь? Да, она понимает все, конечно. Она очень любит, когда ей улыбается. Она сама в ответ всегда улыбается и дает воздушные поцелуйчики. А можете попробовать показать ей сделать? Ну, она, в принципе, это делает сама по настроению. Сейчас она немножко засмущалась, думаю, она не совсем в том настроении. Да, Магда? Иди сюда. Давайте, давайте, уже пофотографируем, отпустим, потому что видно, она уже не комфортно.